Добрый день, господа. Давно мы не были с вами вместе, но позвольте себе сказать, что это не наша с вами вина. Но продолжим. Я хотел бы сегодня предложить вам формат разбора притчи о том, как мнение людей, общественное мнение влияет на нас, на наше здоровье, на нашу любовь, на нашу жизнь. Как мы позволяем себе становиться рабами, даже тогда, когда мы ими не были раньше. Это я сделаю на примере притчи. В Древней Персии жил один царедворец, и однажды он захотел посмотреть, как продвигается строительство его дворца. И он увидел мастеров и ремесленников, которые усердно трудились. И больше всего его удивили подручные, которые подбрасывали высушенную глиняную черепицу на высоту 3 этажей. И один из подручных превзошел всех остальных. Он подбрасывал свою черепицу выше всех и с невероятной силой и меткостью. Некоторое время царедворец любовался работой, а затем обратился к нему. «Я удивлен твоим умением. Как это тебе удается?» Тот ответил: «Мой господин, я полон внутренним счастьем, и источником моей силы является гармония, в которой я живу, в своей семье и со своей женой. Ее доброе слово провожает меня утром на работу и встречает дома вечером, ведь она создана для меня, а я для нее». От этих слов придворного силу передернуло и охватила зависть. Без единого слова он покинул строительство и отправился в селение, где искал жену подручную. Он видел молодую женщину с приятной внешностью, учтивой улыбкой, привлекательной фигурой, видимой даже под складками одежды. «Ты любишь своего мужа?» «Без какого-либо приветствия», — спросил тот. Женщина потупила взор и ответила: «Да, мой господин». На его губах заиграла насмешливая улыбка. «Милая, ты свет моих очей, твой взгляд — бальзам на душу любого мужчины. Скажи мне, за что ты так любишь своего мужа? Что такого ты могла в нем найти? Он меньше, чем просто рабочий. Он подручный раб. Его тело черно от загара, а руки потрескались от тяжелой работы. Не завянет ли такой цветок, как ты, в этих грубых руках?» Женщина растерянно отвернулась и тихо промолвила: «Бог с вами». И понуро пошла в свой дом. С тех пор каждый раз, посещая строительство, царедворец внимательно обращал внимание на того подручного. И недолго было все так, как в первый раз. Вскоре броски этого человека стали более неловкими. Все чаще его черепицы не достигали цепких рук каменщиков. Подручный с каждым разом выглядел все более больным и печальным. Перестал бывать в мечети, которую раньше посещал регулярно. В конце концов царедворец не выдержал и закричал: «Да и ты! Ты еще хочешь получать деньги за свою работу? Что ты делаешь? Ты бьешь черепицы больше, чем вообще стоит твоя работа. Почему ты не работаешь, как раньше?» «Облако закрыло мое счастье», — грустно ответил подручный. «Я больше не знаю радости, радости дома. Моя жена стала не той, что прежде. И молитва не приносит мне больше мира. И я не верю людям». И тогда довольный, злобно улыбающийся царедворец осмотрел его сверху вниз и сказал: «Не думай, дружок, что ты не единственный человек, у которого есть такие проблемы». «Господи, мне теперь гораздо веселее стало». Вот так. Эта мрачная реальность этого царедворца захватила жизнь человека. Не позволяйте мнению других, словам других, поведению других влиять на вашу жизнь, на вашу судьбу, на ваше настроение, на ваши мысли, на ваше здоровье. Берегите любовь, берегите семью. До новых встреч. С вами был ваш доктор Куров.